Свыше 4 миллиардов тенге выделили из областного или городского бюджетов на ремонт 57 автодорог через Казган. На 7 центральных улицах планируют использовать щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь. Специалисты говорят, материал обладает улучшенными эксплуатационными свойствами. Его в городе будут применять впервые. В Акимате сообщили, необходимая документация уже прошла экспертизу. В ближайшее время начнутся конкурсные процедуры. На данный момент общее количество автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии составляет 65%. К концу года планируется увеличить данный показатель до 69%. С коммунальными службами были согласованы графики производства работ, чтобы работы не были, так скажем, нахлёст друг другу. То есть после проведения работ по коммуникациям, то есть по их ремонту, после них будут проведены работы по среднему ремонту.